В городском доме культуры прошел областной конкурс «Жас Отбасы-2024». В нем приняли участие 7 супружеских пар из города и районов. Каждая из них показала свои семейные традиции, а также продемонстрировала творческие способности. Подробнее в следующем материале. В числе участников конкурса молодая семья Сагынтаевых. Супруги заключили брак буквально месяц назад. И при этом они отмечают важность продвижения семейных ценностей. Пара работает учителями. Именно в школе они и познакомились в прошлом году. И вскоре Айбек сделал Карлагаш предложение. На этом мероприятии мы представим сцены из нашего традиции, это Сыргасалу, покажем его в красивом образе. Даже наше представление будет выглядеть в более сценической сфере, где там будет участвовать и старшее поколение, и младшее поколение. Тем самым мы несем просвещение в общество. Я работал раньше в социальной сфере, которая работала с многодетными, малообеспеченными семьями. Мы занимались тем, что мы поднимали их социальный статус и их благосостояние. Даже вот сейчас на конкурсе мы хотим представить программу, благодаря которой можно... которая послужит поддержкой для таких семей. Сейчас мы работаем педагогами. Второе образование у нас педагогическое. Я работаю, преподаю информатику. Супруга преподает английский язык. Сейчас мы учителя в школе смарт были. Данный конкурс, можно сказать, прошел в свободном формате. Ведь здесь не было строгих правил для участников. Каждый мог показать то, что хотел. Кто-то продемонстрировал национальные традиции, а кто-то творческие навыки. Старшему участнику 35 лет, ну, по условиям конкурса. И в этих конкурсах, конечно, каждая семья будет проводить экскурсию своим семьям. Они будут показывать зрителям традиции своих семей и, конечно, свои творческие возможности. Участники, конечно, и здесь получается по условиям конкурса, они могут продемонстрировать наши старинные обычаи и традиции, и в то же время молодые семьи могут показать в современных условиях, чем они занимаются. Конечно, хотелось бы, чтобы для жителей города, которые сегодня пришли на этот конкурс, мы организовали эту программу таким образом, чтобы они отдохнули и получили удовольствие от того, что у нас празднуется по Казахстану и большое внимание уделяется именно семейным ценностям. Победители конкурса получили денежные сертификаты, а также ценные подарки. Шасан Жолбаков, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.